Оставшихся без работы металлургов ArcelorMittal Темиртау трудоустроят, так сказал аким Темиртау Нуркен Султанов. Сегодня в городе металлургов состоялось первое заседание актива под председательством главы региона Бауржана Абдишева, на котором подвели итоги социально-экономического развития города-спутника за прошлый год и планы на 2013-й. С отчетом о социально-экономических показателях Темиртау выступил аким города металлургов Нуркен Султанов. В этом году в Темиртау появится 4 новых детских сада. Будут реализованы несколько проектов по форсированному индустриально-инновационному развитию, а дома продолжат ремонтировать по программе модернизации ЖКХ. К слову, Бауржан Абдишев призвал чиновников активно пропагандировать программу президента. Отдельно остановились на вопросе промышленного развития. Так, по итогам прошлого года объем производства главного промышленного магната ArcelorMittal Темиртау сократился более чем на 14%. Всем известно, что металлургический комбинат собирается сокращать более 1500 своих сотрудников. Однако аким Темиртау заверил, что отрабатывается вопрос трудоустройства тех, кто будет уволен, на перспективные проекты города металлургов. Что без работы не останется никто, пообещал и глава области. Все будут трудоустроены, на это есть видение, на это есть понимание. И кто, значит, желающий, который готов трудиться и так далее, К слову, сейчас ArcelorMittal Темиртау переживает не лучшие времена. Однако, несмотря на тяжелое финансовое положение, компания не отказалась от социального партнерства с областным акиматом. В рамках заседания был подписан меморандум. Сумма соглашения в 2 раза меньше прошлогодней. На 675 миллионов тенге, согласно договору, ArcelorMittal Темиртау продолжит финансировать хоккейный клуб «Арыстан», футбольные команды «Шахтер» и «Булат», оказывать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Компания, будем так говорить, в последнюю очередь будет отказываться от социальной сферы. Пускай нам трудно будет на производстве, пускай нам будет трудно там со сбытом или с какими-то другими сферами, но социальная сфера, она останется в любом случае для нас приоритетом. Это первое заседание акима области в Темиртау. Основное внимание Бауржан Абдишев уделил региональному развитию. Темиртау, как один из крупных городов области, является непосредственным участником социально-экономической жизни региона. Основной акцент делается на регионе, именно региональное развитие. Вы прекрасно знаете, что сфокусированы все программы, которые ведутся сегодня по стране. И мы этим вопросом сегодня должны активно заниматься и быть готовым быть активным участником. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.